have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Айзек Убивайзек с перчаткой-пилой. Мы немножечко прокачались с вами в прошлый раз. Там третий уровень нужен, если что. Я туда не зайду. Нет, мне надо вниз! Свидание. Я не знаю, был там скримак или нет, тут ящики. Тут деньги раздают. Она там наверху, что ли? А, и что? Скримером, блин, решили меня испугать. Я там деньги оставил, испугался, а у меня тут скример. А шо оно такое большое и открытое? А шо оно, почему оно такое большое и открытое? Может, не надо? Патронов дают. Вообще невиданная щедрость для такой игры. Ха-ха, в середину, угу. Видишь, там ящички. Не, ну... Подходите, подходите. Даже мелочь завезли. Да хватит меня бить-то, лошары! Блин, твари, на тебя дезинтегрировать, что ли? О, та-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 та! Как ко мне подкралась-то, скотина? На тебе шваброй по ногам! Высунь! Да успокойся, да успокойся ты, блин! Каким, блин, образом? Какой же бред, блин. Так, есть еще чем лечиться? Есть. Интересно, я сейчас тройную заюзал или нет? Аптечки закончились. Красота. Ну, то есть, ну, конечно же. Баллончик ни один так и не использовал. Тоже хорошо. Красиво подготовился.
Security request retrieved. Hello, security. This is Dr. Croston, hydroponics. Something just hit the hull near food storage. We think it's a rogue asteroid. I have people injured from decompression. We need medics and crowd control right away. Oh my god. What the hell is this? Everyone out of food storage. Clearance. It's alive. How can it be alive? Full Arsenal. Погодите, я нашел последнюю пушку, да? А ты что такое? Чем ты стреляешь? Давайте смотреть. Эквип. Вместо чего? Ну, давай пока что вместо луча одену, потому что у меня там достаточно мощные пушки. Так, Powerful Range Kinetic Boosted Device, Primary Fire, Gravity Well. Гравитация. А там дверь закрыта. Да идите вы в задницу. А что ты ржешь? Какая-то фигня такая. Так, два выстрела, получается, я из него сделал. Или три. Фига себе, у него перезарядка долгая. Не, два выстрела из него делал, у него обойма на 5. Давайте тогда пока что ходим дальше с Рипером. Так эта фигня не сдохла еще. Перезарядки на Рипере у меня больше нету. Ну пока что, по крайней мере, мне осталось 8 пил. В принципе, ясно, понятно. Мне дальше, да? Ну, давай я подымусь туда, пока что чекну. Второй этаж. Liz Cross again. I never asked your name. Isaac Clark, systems engineer. Engineer? Have you seen Jacob Temple? I haven't. But I'm looking for someone too. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan, doesn't she help people leave unitology? Yeah, like my mother. That's how we met. Я видел там переключатели. Посмотрю, что на третьем этаже. Unitologists here didn't like anyone questioning them. And since the captain died, they've all snapped. Серьезно? Это же было, собака, очевидно. Дело в другом, со спины никто не налезет. Лежит такая приманочка беспалевная и дорожка с вентиляцией. Ну, что у меня там по потрошкам? 7 осталось. А, я ж в панике потом запутаюсь, да? Может, мне вместо... Давай я вместо Рипера пока вот эту штуку одену. Так, это у нас один, два. Два. Похожу с вот этим вот. Хорошо. Мне вниз. Ну давай тогда тут еще гляну. Не знаю, это бонусная локация или нет. Ага. Toxic hazard detected.
Я пошел не по правилам. Но мне, в принципе, пофиг. Так, читаем. Кому интересно, пожалуйста. Я никому ничего не запрещаю. Четыре патрона я в него трачу, шесть патронов из него выходит. Что получается на втором этаже? Я сейчас все не так сделаю, да? На самом деле я не против. Так, а куда этот проход красный, в смысле, он подо что у нас? Двери. Двери выключить. Jungle Ambient выключить. В принципе, меня это устраивает. Вот кто надо мной ржал. Это были Jungle Ambient. Хорошо. О, магазин. Привет, Гамазин. Так, new item available for purchase. Subnautica, ага, спасибо, отлично. У меня 11950, ах ты ж гадость мелкая. Так, а что я могу продать? Я могу вот эту фигню за 10 тысяч продать. Я могу еще продать, наверное... Вот это вот. Чтобы мне хватило. Вот за 12 тысяч я вот это куплю. И за 11 тысяч вот это куплю. Рикошет трейсер на... На рипера. Отлично. Бенч у нас там внизу где-то был. Ладно. Мне из апгрейдов осталось купить вот эту штуку на пульс райфл, на винтовку. Ну, посмотрим, как оно будет. 11 тысяч. Ну, в принципе, реально, наверное. Посмотрим, какие еще апгрейды будут вылазить. Мне туда, значит, мне сюда. Говнина. Какая-то взрывная говнина, если что. Сзади? Нет. Вы тут типа бесконечные? Фиг ли вы по два раза вылазите из одного и того же? Вы нормальные вообще? Я вообще не по квесту пошел сейчас. А, так. В принципе, уровень патронов на катере немножечко восстановлен. Дай нот. Отлично. Ну, возьми ж ты. А это выглядит как арена? По-моему, я далековато зашел. Давайте я вернусь. Все-таки пойду по квесту. Возможно, мне сюда и не надо. Будете еще вылазить? Не? Как хотите. А отсюда будете? Отсюда, наверное, на обратном пути. Я могу что-то продать? Нет, это были просто денежки, то есть не какие-то детали. Я просто подобрал две с копейками тысячи.
Ну хорошо. А, бенч был вон там, внизу, я вспомнил. Давай на первый этаж. Неожиданно ящичек. О, стой. Да, глюки со светом, здравствуйте, уже второй раз. Сейчас я пойду, наверное, быстренько еще раз в бенч зайду, поскольку я здесь, но какая разница. Да, немножко потянем, ну не то, что потянем время, но... Раз уж я купил эти два апгрейда... Я не вижу смысла не применить их. Так, extended and special abilities. Да, отлично. И супер. Мы получили еще три шайбочки. На Рипера получается у нас... Он получает дополнительный рикошет. Дополнительный рикошет. А на Force Gun... Кстати, мы можем Force Gun прокачать, если что. У нас хватит. Gravity Wells now cause damage over time. Ага. То есть они просто присасывают, они еще и бьют потихонечку. Но я этим еще не пользовался, я еще не знаю. Дэмэдж 100 у него. Давайте-ка я... Так, на костюме... Я не уверен, что я что-то хочу. Может быть, воздух, кстати. Хорош, музыка. Мы можем пойти через дэмэдж и релоад. И заодно откроем себе еще один дэмэдж. Great increase capacity. И можно будет потом вкинуть еще один дэмэдж сюда. В общем, плазма-катер у нас с вами стал вообще монстрицким сейчас. 18. 18 это и есть greatly. Ну ладно. Сколько у нас на него патронов? Получается 2 с копейками обоймы. Не то чтобы, кстати, прям много с такими темпами. Но у него мы еще и дэмэдж прокачали, и это, так что... Вполне. Ну давай на шифте. Айзек, давай, дружище. Почему такая музыка, как будто кто-то еще что-то живое за мной бегает? Да свет, прекрати! Заходишь, то темно, то светло. Что у вас тут за лагобагодром, блин? Сюда? Токсичный ты чувак был. Офигеть. Я тоже заберу. Денежки. Я видел, там вылезло какое-то мелкое говно. Мелкое говно, будем стрелять, наверное, из этого. Еще? Вообще какой-то дикий. Нет, ну вот эти ребята вообще какие-то дикие. Ну его нафиг. То есть, как бы вроде как я против них должен использовать стазис, получается, но... Чё, что вылезет, не? Хорошо, куда теперь? На лифт?
Да, на лифт. Или нет? Нет, на лифт все-таки. Хорошо. На какой этаж? Все-таки на второй. Да, вот туда мне нужно будет пройти. Окей. Две обоймы осталось. На катере. Не хрипи на меня. Еще будете лезть? Так, две обоймы также на этом остались. Еще полезете? Не, все. В принципе, ладно. Давай сейвимся. Ну, то есть, двоих мы обезвредили, всякие плюшки нашли, в магазин сходили, в бенч сходили. Можно будет засейвиться, я не вижу препятствий. Вот это вот место мне не нравится, да? Где оно? Да идешь ты знаешь куда? Куда мне надо вообще? Куда это? Блин, мне надо пойти воздуха набрать. Так, это последние патроны. Все, пофиг, тогда берем вот это. Я так и не понял, куда мне там? Из-за того, что оно все путается, непонятно как, непонятно что. А, еще одна дверка. Где ты? Вот только патрон на вас тратить. Взлети, пожалуйста, будь ты человеком. Да хватит! Ты задолбал! Мне тут, в принципе, больше делать нечего. Взлети! Почему все работает, блин, с полутора раз? Непонятно. Блин, там же лут какой-то есть, подожди. Thank you.
Это убивается или нет? Ради чего? Я все это сделал. Тут не будет никакого лута, ничего? Игра, серьезно? Ой, игра, знаешь, на какой фиг можешь пойти? Знаешь, вот просто с развороту. У меня на катере закончились патроны. Так, нет, не то. Че возьму, луч или... Давайте я пока пулемет, что ли, возьму. На катере опять закончилось все, что могло начаться и закончиться. Жизни у меня, кстати, тоже закончились. В смысле четвертый? Их не три было? Блин, ну вот это сейчас было подло на самом деле. Вот это сейчас было подло. Два патрона. И аптечечка. Так. Знаете что? Может быть. Может быть. Чисто теоретически. Может быть. Давайте я... Нет, не ты. Поставлю рипера. Вот сюда вместо огнеметчика. Так, все 9 зарядились. Супер. Сохраняемся. Момент был просто отвратительный сейчас. Ну, то есть вы мне поставили сложного врага. Окей, я согласен. Давайте я с ним пободаюсь. Но так дайте мне за него награду, а то... Будете вылазить? Конечно, будете. Патрончики на катер, да, давайте. Деньги меня тоже устроят. У нас по магазу 3600 в инвентаре, продать нечего. Угу. На катер у меня 7 патронов разлетаются, блин, просто как дети в школу. Ну ладно, 9 у нас в этом. Ну, привет, привет, дебилоид. Аптечку находим, сразу применяем. А куда теперь? А, вон туда. Я, кстати, не заметил, что тут есть еще одна дверь. А, это, видимо, мы ее и открыли, если что. Там, вон там, когда нажали. Да возьми ты. Да двойку же нажимаю, блин, бесит. На, держи, дружище.
Да ты офигел столько жить. Два патрона осталось, ясно. Это оружие мне. Так, а на что мы его? На тот же огнемет? Можно на швабру, кстати. А, ну у нас и так на единичке стоит. На 13. Ну, давай на луч смерти поменяю, что ли. Пока у меня те другие не зарядились, нифига. Тут у нас полторы обоймы. Нам дальше туда. Ну, это понятно. Надо бы еще потоптать этих уродов. Все? Нормально? Успокоились? А мне бы туда попасть. В смысле, а почему это локт? Давайте посмотрим. Это как-то через другую комнату потом попадается. Там какая-то фигня за дверью. Ну, давай я швабру возьму. Так, ну открой дверь-то. Isaac, I looked up Cross's notes on the... Oh, God. Oh, my God. Kendra? It's him. Two doors behind you. Karen. Wait, he's gone. He waved at me, and... Sorry, Isaac. Keep going. Just a glitch on the cameras. It looked like my little brother. Так, блин, утырок. Все, мы с тобой договорились. Холдсрик. Неплохо. Так, а что нам? Сюда. Неплохо, неплохо. Можно и так подбирать. Прикиньте, не заметил. Я не хочу туда спускаться, пока... Пока у меня есть возможность. Не сюда, значит, явно сюда сначала пойду. У меня там баллон есть, если что, можно запустить будет в кого-то. О, магазин. О, сейф. О, как хорошо. 5300. Ну, на самом деле, неплохо. О, вот эту штуку можно продать за 2. Это то, что мы только что подобрали. Так, 2800, 2012. Ага. В принципе, подбираемся. Хорошо. Немножко денег осталось. Я посмотрю, про что за той дверью. Как бы ничего хорошего. Нам в другую сторону, к тому же. Но давай я тут сохранюсь тогда. Потом уже пойдем туда. И пойдем мы туда в следующей серии. Потому что на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем молодушек. Всем покеда.